Цветы, белые банты, школьная форма, строгие костюмы, последняя школьная линейка и последний школьный звонок. В этот раз в Крымском районе прощались с детством 498 юношей и девушек. В городской 6-й школе последний звонок слушали 45 выпускников. Сценарий этого праздника не меняется на протяжении многих лет. Традиционно своих повзрослевших учеников ведут на линейку классные мамы. В этом учебном году коллектив 6-й школы многого добился. Их воспитанники своими победами прославили Крымский район и на краевом, и на российском уровне. И не случайно глава муниципального образования Крымский район и замминистра края присутствовали именно здесь. Я желаю вам успехов, желаю удачи и всего самого доброго. И сегодня, дорогие ребята, поздравляю вас с праздником. Я хочу сказать особые слова благодарности вашим родителям и вашим педагогам, наставникам и классным руководителям. Вы всегда, дорогие, были рядом, вы всегда заботились о своих детях, и вы сегодня вырастили достойную смену всем нам. Я также желаю вам мира, добра, благополучия и счастья в каждую семью. С праздником, дорогие друзья, с праздником, дорогие выпускники! От имени губернатора Краснодарского края Александра Николаевича Ткачева, от имени вице-губернатора Краснодарского края Николая Владимировича Бутурлакина поздравляю вас с праздником последнего звонка. В добрый путь, выпускники! Кубань надеется на вас и ждет от вас новых побед, свершений, покорения новых высот. Радостный и грустный праздник для выпускников «Последний звонок». Радостный потому, что это начало новой взрослой жизни, а грустный – ребята прощаются со школой. Из своих ошибок, неудач, веселых перемен и детских забав выпускники 6-й школы создали летучий корабль. И со словами «До свидания, школа!» частички своего детства они отправили в полет. Теперь с островком детского счастья их соединяют лишь эти воздушные шары да маленькие колокольчики, которые тоже вручили по традиции. Любить свою малую родину, школу и быть ее достойными учениками, так одиннадцатиклассники напутствовали младшее поколение. Мы вам, уходя, хотели сказать, теперь вам без нас здесь доживать. Будьте не хуже, проверить придем. И хочется верить, прогресс здесь найдем. Не хуже быть мало, быть лучше должны. И школе мы вечно будем верны. Клянемся беречь ее, славить везде. В районе, в краю, во всей стране. Ключевой момент последнего звонка – школьный вальс. Без него не обходится ни одна прощальная линейка. Мы расстаемся сегодня, как будто навек, с улыбками грусти не пряча. И вот звенит долгожданный последний звонок. Таким он запомнится выпускникам 6-й школы. В честь выпускников городской первой школы взлетели в небо над Крымском сотни шаров. В этот воздушный фейерверк каждый воспитанник учебного заведения внес свою лепту. Напутственные слова выпускникам говорил здесь глава города. Дорогие выпускники, хочу пожелать вам достойно выдержать испытания, которые вас ждут совсем скоро, и доказать, что вы являетесь настоящими гражданами нашей великой страны. Но вам, дети, желаю ярких, красочных летних впечатлений и ждем вас в сентябре в этой замечательной школе. С праздником, дорогие друзья! С ответным словом выступили и одиннадцатиклассники. Они исполнили прощальную песню и, конечно же, школьный вальс. Таким он запомнится ученикам городской первой школы. Будущее вьем, исполните похода, мы вам рукой махнем. А это уже школьные линейки в других школах. Городской, третий, в селе Экономическом. Здесь тоже прощались с детством и слушали последний звонок. Впереди выпускников новые испытания. Единый государственный экзамен. В этом году они сдают его, как говорится, в прямом эфире. В каждой аудитории установлены по 2 камеры видеонаблюдения. А за простую шпаргалку им грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Но ребят это не пугает и не огорчает. Они уверены в своем успехе. А грустят они лишь по своему уходящему детству. Не хочется оставаться со школы, очень грустно от этого. Вот. Мы хотим взрослую жизнь, но вот эта непосредственность детская, как мы ходили все по школе, друг с другом, так, но этого уже не будет, и не хочется с этим прощаться, от этого, конечно, очень грустно. С друзьями обращаться жалко, с учителями, я с ними жду. Вот через много с ними прошли, много испытали, было много эмоций.
вообще много всего было. По окончании линеек во всех школах прошли классные часы. Именно там, в последний раз, на последнем школьном уроке, вспоминается все самое сокровенное. Пожелаем удачи всем выпускникам Крымского района. Пусть им повезет и на экзаменах, и в жизни. Марина Андрос, Юлия Алберова, Алина Руденко, Анатолий Мажухин, Владимир Попов, Владислав Соломко. Новости 24 Крымск.